Всем привет! Меня зовут Азалия Мушегова, мне 12 лет. Я учусь в студии «Я артист» при Национальном театре. Участвовали в спектакле «В поисках счастья» на 4 разных сценах. У меня было 2 роли. Первая – удмуртская девочка, вторая – Мучок-Ужо, по-русски «Банный дух». Я училась в киношколе «Киноджем», снималась в рекламных роликах. Учусь фехтованию. Хочу освоить технику метанию топоров. Когда вырасту, хочу купить себе мотоцикл от бренда Kawasaki. Я хочу очень сильно исполнить свою мечту. Мне очень сильно нравится смотреть дорамы корейские и тайские. В будущем хочу встретиться с моим любимым актером Фёстом. Я хочу сниматься в фильмах, приключенческих фильмах, сказках, фэнтези и ужастиках. Всем пока!